21 июня, 35 тепла, но не тепла, а жары. Пчелы, не знаю, вот накрываю чем могу, вот как-то так. Ой, жара, больше 5 минут стоять нельзя. Повывалились вот все пчелы, все им пооткрывал. Там с той стороны. Сейчас пройду, покажу. Я в парк вообще собрался посмотреть липа. Что там с липой? Так, здесь вот прилитка открыта. Но там верхняя отдельно, само собой. Так, вот с этой стороны у нас вот так вот. Да, нашел вот маточку духленькую, молодую. Сейчас мы вот так вот. Молоденькая маточка. Вон там он нашел, смотрю, пчела. Ну, скорее всего, вот здесь вот сбежала у меня. Здесь бегала одна лишняя. Вот. Поэтому я еще и не смотрел. Так. И сбегала. Нашел еще одну дохленькую маточку. Вот в этом улике. В принципе, стороны, которые повернуты на север, как-то еще терпят эту жару. Ну, вот одна пчелка какая-то ко мне примастырилась. То сядет на меня, понюхает, потом улетает. Так, ладненько, пойдем. Что-то подергивается. Надо либо память почистить, либо что. Подергивается видео аж прям. Иду, посмотрим, как стабилизация сработает. Так, отводочки себя ведут нормально. Здесь под яблони хорошо. Посмотрел, короче, вот загнал хорошую свою матку, которая у меня в никоте сеяла. Загнал ее в экспериментальный свой нуклеус. Вот, уже там пчелы оттянули вощину, уже она в средней вощинке насеяла чудок. Вот, как бы так. Но сегодня я буду на ней отводок делать, этот нуклеус расформировать. Отводок, вот этот ролик, но это под вечер. Или завтра с утра, короче, не знаю. Времени-то вроде есть, выходные. Вот. Да, самое интересное, что здесь вот облетывается вот безматочная вот это вот. Это с маткой старой. Вот это сегодня лучше облетывалось. Стороной. Так, зарядил никот в эту семейку. Тут уже как бы матка поносила. Никот пусть чистят. Вот. И будем смотреть. Так что здесь им в теньке получше. Очень даже хорошо и комфортно. Вот. Как бы так вот. Такие вот пирожки. Ну, идем в парк. Бацелия, конечно, при такой жаре не выделяет, пчелы гудят, но жара, сами понимаете, жара. Вот. Пчелы много, но я не сказал бы, что слишком. Ну, есть запах обалденный. Вот. А, просто аромат. Да, когда жара, она еще сильнее выделяет. Вот так, цветает картошка. Сейчас пойдем, не буду весь проход снимать. Мордовник выкинул шары свои. Вот. Вот так. Другая фацелия тоже на подходе, молодая. Ну, как раз та цветет, я ее измульчу. Вот. А тут у нас мордовничек. Так что заказывайте семена, ребята. Будет дешевле, естественно, чем продают в магазинах. Вот. Оплатите только пересылочку. Вот. Сами, естественно. Стоимость семян будет не очень. Вот. Как бы так. Так. Везде она, по-моему, или по 600, или по 700 рублей. Килограмм.
дороже. Так, ну мы заходим в парк, пока телефон не нагрелся слишком сильно. Он начинает тротлить, экран темнеет, начинает включаться энергоэкономия автоматически, причем как-то непонятно. Вот. Тут все заросло, все тропинки, все кусты. Пойду посмотрю липку. Фух, не могу, жарко. Ой-ой-ой, еще небольшой ветерок. Александр Анатольевич, 23-го региона, с Новокубанска к нам такую жару, говорит, это наша вчерашняя. Вот, прислал. Я говорю, забирай себе ее назад. Мы Воронежи к такому непривычные. Так, ну что, липка цветет, я не пойму, да? Тут старая липа. Ну, наверное, нифига не дает. Так, сейчас попробую. А как я до туда не долезу. Мы на других липках посмотрим. Вот, кстати, черноклен, когда цветает, вот такие вот у него свистулечки получаются. Такие вот. Если кто не знал. Так, а вот липа цветет. Цветет вовсю. Так, вот мне интересно, пчел. Пчелы есть, пчелок нету, да? Нет, конечно, не вовсю цветет. Ну, как бы зацвела липа. Но это еще не цветение. Так, потопчем сейчас мы ягоду. Тут земляники полно. Так. Ну, нехотя отойдет. Так, идем. Буду держаться тенька. Вот, потому что неимоверно жарко. Я весь мокрый. Так, ну эта липка еще не зацвела. Вот. Эта липка еще. Нет, как же не зацвела? Начинает зацветать. Вот цветочки. Вверху уже цветет. Запах есть, но пчел не видно. Ну, ё-моё, показываю свои ноги, как меня сразу тут комари наши облепили. Комари прям. А сидят они в траве вот в этой. А я думаю, что за муравьи, что ли, поползли. Это, кажется, самки комарихи. Так, вот нижние ярусы еще не цветут. Верхние начали цвести. Ну вот, нижние не цветут нигде. Хотя, как нигде, вот он другой сорт. Вот он внизу цветет. Сейчас подойду, покажу. Бабочка, вот капустница, летает. Вон, она с нее что-то берет. Сейчас мы понюхаем. Как говорят, пожуем. У нее сладкая. Сладкая серединка. Вот цветет. Но пчелок я не вижу. Не вижу. В такую жару. В такую жару. Нету. Нету. Вот кому-то повезло. У нее только комары гудят. Вот липка. Это, они разные тут. Как бы сорта, породы. Вот. Да. Ну вот как бы она начала цвести. Вот. Сейчас мы ее вот так вот раз. Липа-липа цветет, но не дает. Так назовем и видео. Жару липа цветет, но ничего. Но пчел на ней нет, потому что она ничего не дает. Так, вот это вот уже другая липка. Вот она как бы начинает зацветать. Вот, а здесь вот такие шарики крупные. Но это, скорее всего, завтра уже будет зацветать, распускаться. Вот. Хотя наверху, вот что-то я наверху. Так, это дерево, да. Вот она липа. Наверху это вообще другой сорт. Это еще позже будет цвести. Наверху даже не цветет. И вот другой сорт. Тоже. Тоже еще. Ну, единичные цветочки, скажем так, распустились. Все, наверху. Не, наверху есть немножко, но не сильно. Ну, короче, липы я уже показывал здесь. Вот так вот липа идет. Ну, вот так вот, вот она. Вот. Скажем так. Он цветет уже, этот, блин,
как он называется-то, на дороге растет, прикладывает. Подорожник вспомнил, на паузу поставил. И тут же вспомнил, думаю, и на паузу не надо было, уже подорожник цветет. Так, комары меня грызут вовсю, загрызли. У меня ноги частично. Так, так вот. Ну, уже не будем большое длинное видео растянутое делать. Вот. Как так, вон видно черноклен, сейчас приближу, красненький он будет. Вот, дерево-то резко сейчас попробуем навести. Вот так вот, вот с краснотой. Вот это как раз вот черноклен есть. Вот так вот идет вот. Вот. Так вот это. Тут его, конечно, не заросли черноклена. Не такие уж обильные. Ну, скажем так, как поддерживающий взяточек. Вот. Я же не выезжаю никуда. Стационар, стационар. Так. Так, леверок еще не цветет, дикий. Так, вот такие пирожки, как бы так. Вот деревья, они старые, очень старые, вот они цветут вовсю. Вот сейчас приближим. Ну тут, конечно, резкости не будет такой, оптика мягкий. Так, на телефоне. Вот, сейчас уменьшим, уменьшим, вот так вот, вот, ну не облачко, ничего, вот, а с этой стороны прям помоложе деревья, так, вот стою с подветренной стороны, ветер дует какой у нас, западный, вернулся северо-запад, северо-восточный, вот. Ой, ё-моё, пьянящий аромат, аж дурнящий, даже немножко, не совсем аж приятно, слишком много запаха по цели. Вот, как-то так. Вот, сеть Wi-Fi появилась, это сколько? 60 метров, 60 метров до Wi-Fi, да. Так. На этом все. Пока, до новых встреч. Да. В этом году у меня только две штучки зацвело. В этом году все цветут. Абсолютно все. Это на третий год. Получается. На третий год мордовник прет просто дуром и цветет. Так что заказывайте семена. Мордовник, особенно когда они начинают по весне расти. Так вот. О, самый прикол, на куче мусорки нашей картошка даже зацвела, выкидывали картошку. Вот, вот цвести начала. Навоз надо раскидать в этом году. Кучку огорода. Так вот. Фу, жарко. Так. Пчелки. Телефон начал перегреваться, тротлит.